Показатели главного финансового документа на будущий год и плановый период были определены из основных параметров экономики района, развития налогового потенциала в 2016 и отчетных данных налоговых органов. Перед тем, как бюджет был вынесен в качестве вопроса повестки дня очередного заседания Совета депутатов, над ним плотно поработала бюджетная комиссия, юристы, экономисты и другие специалисты. Сформирован в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в рамках муниципальных программ и по непрограммным направлениям деятельности. Главной целью бюджета района является улучшение жизни, условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района. Основные показатели будущего бюджета выглядят следующим образом. Так, в 2017 году доходы района по прогнозам составят 5 миллиардов 791 миллион рублей. Расходы 5 миллиардов 894,9 миллиона рублей. Дефицит бюджета в следующем году чуть более 100 миллионов. Следующие два года также должны стать дефицитными, но в 2019, прогнозируют специалисты, дефицит составит менее 20 миллионов рублей. Колебания показателей, в том числе, пояснила Елена Юферова, происходят за счет межбюджетных трансфертов. В структуре доходов бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, я остановлюсь на 2017 году, чтобы было понятно на его примере, налоговые доходы составляют 34,3%, неналоговые доходы составляют 5,4%, безвозмездные поступления 60,3%. Депутаты приняли бюджет в первом чтении. Теперь финансовому документу предстоит пройти публичные слушания и утверждение во втором чтении. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков, День города.